Да, здоровый. Сколько ему година? Немамо пойма. СССР. Внутри-то тоже интересно как. Там дальше можно будет. Он реально на ходу раньше был? Как думаешь? 100%. Мама специально для тебя снимает такую кружку. Я знаю, что у тебя есть их 6 или 8 штук. Серебро. Вот это вот такую штуку. Какая ложечка там. Ложечка. Плохо видно, правда. Вот такой вот стаканчик. Не хотите? Берите материал по выводу британских. Вячеслав Николаевич, позвольте уточнить насчет формулировок по совместному заявлению. Дело в том, что китайская стенограмма отличается от нашей. Товарищи, прошу вас отнеситесь к совместному. Это не работа. Пока еще. Творчество. Работаем над этим. Время только сколько? 4 часа утра. Радили книгу снимания. Овде. На солнце. Откуда идемо? Спала. Я же хотела сказать, зачем я приехала в Питер. Я сам хотела доказать, что сам дошла в Санкт-Петербург. Я сам дошла в итоге, до чуда снимем мой первый фильм. Tako da, uskoro ćete vidjeti, ja se nadam da će biti sve okej, da sve lepo ispadne, dobro i bit će kvalitetno koliko to moguće i ja ću biti srećna ako vi meni podržite u tome. To je to! Такси и уезжают на дачу. Ну, типа вот тут выходит. Я думаю, что да, но тут машину нигде больше не подогнать, кроме как тут. Если договориться с администрацией, можно было бы и сюда заехать. Дима не хочет со мной петь. Чего? Тоже мог бы попеть. Что не хочет? Петь со мной. Когда пойдет? Караоке, что ли? Нет, почему?
сейчас заниматься. Пойдем. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем, прям сейчас. Сейчас не могу. Смотри, а меня не волнует? Меня не волнует, можете или не можете? Ну сейчас, так куда я пойду? Режиссер, оператор. Как вам быть, скажите, оперпостом? Это важная работа, сложная задача. Но я думаю, я справлюсь. Но мы не сомневаемся. Дали мне так. Такой вот у нас процесс подготовки к фильму. Это стоит того. Надо было писать ему роль главную. Мы локации смотрим для съемок. Это оно? Это оно. Круто. Это прям вот сюда, посередине, и все. И это оно. А там дальше, если вот сюда можно пройти, там оно будет... Вот здесь оно такое грубоватое, а там оно более такое... Ну, как-то... Оно голубое. Ладно, молчи. Но мы смотрим локацию для съемки. Мы хотели в парке, но мы вот сейчас этот лук увидели. Мне нравится. Только я вот боюсь, что очень высока трава. Мне кажется, вопрос решаем. Давайте подождем, пожалуйста. Хорошо, давайте подождем. Раз, два, три, четыре, пять. Прочитал? Блин, пора. Что? Извините, я правда сейчас немного занят? Нет, извините, я немного занят. Нет, да. Я немного занят. Нет. Так, Да ладно. Это поворот. Зачем я это сказал? Это поворот. Это где же говорят? Это поворот.